Привет, ребята! Посмотрите, как обрадовались наши кошечки Настя и Алинка. А все потому, что сегодня у нас снова сказочный патруль. Девчонки из сказочного патруля. И сегодня главная героиня у нас Снежка. Поэтому нашим Настеньке и Алинке надо будет наряжаться в Снежку. И сегодня вам надо будет найти пасхалку, вот эту снежинку, которая будет спрятана в сегодняшнем видео. А в прошлом видео мы искали вот этот смайлик. Кто нашел, молодец! И самый первый правильный комментарий. Вот, смайлик был в компьютере у Милы. Классно. А теперь возвращаемся к нашим Настеньке и Алинке. Наши две близняшки сегодня так обрадовались, что им придется наряжаться в Снежку. Они обожают Снежку. Поэтому у них сегодня так все красиво. Посмотрите, все такое голубенькое. Потому что у нашей Снежки волшебство стихии воды. Смотрите, кошечки, не заморозьте водичку. Ну все, покупались кошечки и снова они обрадовались. У них новая кухня и у Настеньки, и у Алинки. Давайте-ка покушаем. Так, у нас сегодня все будет такое водянистое, напиточки. Соки, арбузик и кокосовое молочко. Вот так классненько. Они такие довольные, наши кошечки. Они очень любят наряжаться в разных героев. И снова обрадовались наши красотки. Такие лапочки наши кошечки. И нам с ребятами будет очень интересно посмотреть, как же оденется Настя и Алинка. И будут ли они похожи на Снежку из сказочного патруля. Получится ли у них это? Если у вас есть какие-то идеи, как нарядить кошечек, напишите в комментариях. Ну а у Настя и Алинка сегодня попробуют одеться вот так вот, как Снежечка. И посмотрим, что же выберут наши кошечки. И сейчас они выбирают причесочки. Вот Настя уже с такой прической. И Алинка будет такая же. Неужели вы одинаковые наряды выберете? Ну, не знаю, ребята, посмотрим. Пока у них одинаковые прически. Конечно, не хватает бирюзового локона на ваших волосах. Но уже что есть, то есть. Все равно похоже немножко. Так, что еще мы сделаем для Снежки? Конечно же, вот голубые глазки. Давайте, разные будут у нас голубенькие у Настеньки и глаза ангела у кошечки Алинки. И, конечно же, белая шубка. Она у нас такая беленькая, наша Снежка, Снегурочка. Красавица белоснежная. Так, и теперь смотрю, что они будут туфельки выбирать. Алинка сейчас выберет себе красивые туфли, которые будут подходить к образу Снежки. И вот такие туфельки хрустальной принцессы. Ледяные туфельки у нашей кошечки Алинки. А какие же выберет туфельки Настенька? Она выбрала такие синенькие кроссовочки для нашей Снежки. И теперь осталось нам выбрать платье для Настеньки и для Алинки. И какое же будет у нас платье у Алинки? И вот оно будет платье хрустальной принцессы. Настоящая Снегурочка, снежная красавица Снежка. А Настенька, я думаю, что оденет более повседневный наряд. Жалко, что у нас нет таких джинсов, бирюзовых каких-то нарядов. Ну вот сейчас попробуем что-то сделать из вот этого причудливого наряда. Он нас всегда выручает, и мы можем его использовать для разных-разных случаев. Вот бирюзовый верх есть, а вот юбочку хотелось бы синенькую, но что-то нету. Давай будешь вот такой вот Снежечкой. По-моему, тоже неплохо. И теперь осталось нам сделать макияж. А макияж у Снежки такой неброский, очень-очень светленькая она у нас красавица. Беленькая краситься не любит, наверное, да? Ну, по крайней мере, я не видела, чтобы она была так с ярко накрашенными глазами, там, губками. И вот такие розовые губки, красивые нежные тени у нашей Настеньки. И быстро-быстро делает тоже макияж Алинка, тоже такие бежевые тени у нее. И немножко другого цвета реснички сделаем. Такие вот синевой. И губки блестящие, ярко-розовые. Задумалась и решила сделать вот такие коралловые губки. Посмотрите на наших двух Снежек, на Настеньку и Алинку. Мне кажется, что в принципе похоже. И Настенька, и Алиночка. Вот такие наши кошечки, с которыми мы сегодня провели денечек. С которыми было очень интересно. И они сегодня такие довольные были, да, ребятки? Ну а теперь давайте-ка пофотографируемся вместе с Настей и Алинкой, а также посмотрим рисуночки, которые вы, зрители, нам прислали. И вот такие классные фотки получились у Настеньки и Алинки. А вот первый рисуночек от Ани, это Леди Анна, классный рисуночек. И еще от Ани рисуночек, это Леди Мария, наследница престола.
А вот от Насти Беляковой замечательный рисунок молодой семьи кошечки Алисы. От Ани Самойленко тоже кошечки Мила, Диана, Соня и Анечка. А еще много рисунков мне прислала Ксения Малеева. Вот такие классные рисуночки от Ксении. Спасибо большое, девчонки, что вы рисуете рисунки для наших кошечек. Они с удовольствием смотрят. И если у вас есть еще идеи для рисунков, то обязательно присылайте рисунки в Инстаграм. Ссылка в описании под видео. Настя, сейчас продолжается фотосессия наших двух снежек, которые не могут никак нафотографироваться, и им это очень-очень нравится. Вот так вот с разными фильтрами фотаются наши кошечки. Спасибо большое, ребята, за ваши комментарии, за лайки, которые вы ставите нашим кошечкам. А вам от кошечек всем большие пушистые приветики и поцелуйчики. Ну а сейчас всем пока-пока, ребятки! Mm-mm.